Привет! Я вышла из дома, просто вам снять Лондон. Сейчас празднование 70 лет на троне королевы. Только что начался парад. И я просто вышла вам показать, как выглядит центр. Весь Сент-Джеймс-парк перекрыт, потому что там именно площадка, по которой будет маршировать парад, конная кавалерия и музыканты. И люди вот ходят по соседним улочкам, пытаются найти проход, как выйти посмотреть парад. Парк окружен со всех сторон. Вот на соседних улицах уже закрыт вход в парк. Я уже прошла 3 входа в парк, и охрана стоит уже здесь, на улице, то есть даже не перед самим парком. А как бы до этого я думала на велосипеде приехать, тут вокруг Сент-Джеймс-парка идет велосипедная дорожка, и я думала, что вам объехать на байке и все это, знаете, на скорости снять, ну, чтобы интереснее было. Какой там? Пешком не пройти, не то что доехать. Вот люди ходят зад-вперед, пытаются найти проход. The queues are still so far, about 10 deep. We're sat in a park and watching on the telly, but there's no sound. Вот видите, тоже проход в парк огорожен прямо вот тут еще. На соседней улице туда не пройти, выпускают только людей, которые были в самом внутри парке. Но вот только что мужчина сказал, что там все равно стоят высокие стенды и не видно парада, не видно музыкантов. То есть как бы с другой стороны в парк вы уже не зайдете, а если кто уже туда попал, он все равно ничего не увидит.
Там у нас такая же история была во время Олимпиады. Просто в парке, с тех мест, где видно аппараты музыкантов, торжествие, да, торжество, там поставили большие высокие заборы, и, собственно, все равно, кроме заборов, никто ничего не видел. Ну вот люди, видите, как празднуют. Вот так вот стоят на боковой обочине с пивом, празднуют день рождения королевы. Но это, конечно, те, кто без билетов. Вот в красных майках охрана, которая охраняет. So, I'm sorry. How can I go inside, have a look the celebrity? Celebration. Sorry, because obviously this side, this part is closed at the moment, so obviously we're diverting people to Hyde Park. Or Leicester Through Square. The Hyde Park, from the Hyde Park, yeah, side, yeah? I need to go around Buckingham Palace and from Green Park come in, yeah? From Green Park side, yeah? To Hyde Park side. Okay. Парень сказал, что вот Сент-Джеймс Парк полностью закрыт с этой стороны. И говорит, если вы хотите туда попасть, вам придется обходить Букингем Палас вообще по кругу и со стороны Гайд-парка заходить. А это значит проходить через Грин-парк. Для этого мне надо идти за байком. Потому что далеко, пешком я точно не пойду. Ну вот просто смотрите, как народ пытается что-нибудь узреть. Ну, когда я подходила, я слышала звуки волынки, то есть там торжество идет. Те, кто по билетам, они уже там. А всякие празднующие, любопытные безбилетники, типа меня, вот, ходят по кругу и пытаются найти лазейку. Так, ну, я вам тут сняла с этой стороны, пожалуй, все-таки я возьму байк, и на байке вам просто покажу, чтобы охватить большую эрию, потому что пешком как бы не шибко и находишься, да, потому что здесь в центре есть перекрыт, надо по кругу ехать. В общем, сейчас пересяду на байк.
Lennon! Wir haben ein Volk! Wir sind gut! Für den Rest! Сказал, что надо. Дядечка сказал, что надо к Букингемскому дворцу подходить со стороны или гайд-парка, или грин-парка. Что мы сейчас и сделаем. Попробуем. Hello.
Вряд ли я проеду, конечно, этот за... Ну, посмотрим. Вот солдатики в окно смотрят, снимают лошадей, видите, на мобильный телефон. Вот отсюда они выходят, переходят дорогу. И вот, видите, песочная дорога пошла в направлении... Букингемскому дворцу и в эту сторону. Сейчас они пришли по асфальту, видно вот лошадиные, так сказать, отметки. Thank you.
Ой, смотрите, еще лошадки идут. Так вот, а теперь я проеду вокруг парка, потому что, ну как бы вот. Привет! Я в гайд-парке. Я сюда приехала, чтобы вам отснять празднование в выходной день по поводу юбилея королевы. Народу, вы сами видите, полно. Сзади меня мемориальный фонтан принцессы Дианы. Погода обалдеть, вы видите, да? Я не знаю, сколько градусов, 25-27, небо отличное, только что закончился воздушный авиапарад. Сейчас я просто поеду, будет съемка. Конечно, народ очень празднует, да, празднует. Масса пикников. На окнах вывешены флаги с портретом королевы. Security на очень высоком уровне, ко дворцу близко не подойти. Ничего не видно, ни дворец, ни Сент-Джеймс Парк. Вот это вот середина, где проходили непосредственно сами торжества. Я видела оконцовку парада на лошадях. Я подъехала к конному королевской гвардии, к дому королевской гвардии.
Ну, собственно, я просто знала, где это находится, и это я подъехала к этому, так сказать, месту. А так, конечно, без билетов было не попасть, даже в парк не попасть, не то что ко дворцу. Ну, в общем, интересно. Thank you.
Я на Мраморной арке. Гайд-парк. Сейчас поворачиваю направо и еду дальше. Thank you.
sat down in Hyde Mom.
Thank you.
sein. Закончилось, сейчас буду монтировать видео и посмотрите.